Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Руслана. Сегодня у нас ролик под коллекционера. Ник Берс. Гильдия. Прототайп 22 РУС для активных. Атака фортов 12.00. Битва гильдии обязательно. Собака, Саечка, Влад. Вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. Первое, второе, третье места. Так, смотрим аккаунт. Аккаунт бездонатный. Самики накопленные у нас. Это отлично. Значит, сейчас будет трэш. Вот так вот. 55 тысяч самоцветов на коллекционера. Нам надо выбить то, что мы сможем. Ведьму, рыцарей. Короче, все подряд выбиваем. Смотрим, чего-нибудь творится по героям. Так, по героям Фрей не вижу уже. Всадник это такое. Стрелок Фрей, стрелок Командора, Асура, Ронин, Махатма. Ой, тут нормально можно выбивать. Поехали, посмотрим, что у него творится на аккаунте. Так, отлично, отлично. Отлично, вообще супер. Биг, в принципе, по идее, тоже неплохая вещь, на восьмерку качнуть будет. Так, ну, спорный вариант. Вот, ведьма нужна для тыковки однозначно. Священный огонь, наверное, для ворожая. Так. Тоже, кстати, ремочный вариант неплохой для ведьмы уже. Так как урон дает. Так, отлично, отлично, отлично. Ну, я скажу вам, неплохой аккаунт. Арину без таланта еще играть можно, учитывая то, что это опять же без донат с такими талантами. Вот, ну что, поехали трешевать. 55 самов, посмотрим, сможем ли мы собрать тут. Конечно, мы сможем собрать капитана рогатку. Просто жесть. Со второй тычки сегодня это уже не первый раз, что так падает. К сожалению, на некоторых аккаунтах падает, на некоторых нет. Но это просто жесть. Сразу же так только четко, так раз и все. Было бы так и дальше. Каждый второй либо студеный, либо что-то интересное. Но пока... Так, рыцарь тьмы отлично, тоже неплохо. Леди Лео. Одержимый. Друид рыцарь. Рыцарь еще один. Фея. Триант. Друид и Кинди. Да я вам скажу, отлично падает. Смотрите, что творится. Фараон. Так, окей, 20к мы уже слили. Что мы имеем? 9 с 15. Ну, все шансы есть. Делаем то, что мы делаем обычно. Да уж, да уж. Не помню, какой это уже свыше 10 роллинга на сегодня. По-моему, 13 или 14. Но падает все-таки неплохо. Единственное, там один или два аккаунта были такие спорные. Остальное, конечно, неплохо. Ну, в принципе, всем собрали, что надо. Мега печальки там не было у нас сегодня пока. Поэтому весело все. Так, поехали дальше. Поехали, поехали, поехали. Циклоп. Атлант, ну Атлант, нафиг нам Атлант, сердцеедка тыква, еще один студеный, о, вот это именно оно, поздравляю, офигеннейший герой. Не в том плане, что он офигенный, просто я просто рад, что мы выбили воодушку сюда. Воодушку плюс изворотливость. Я думаю, мой
Вот тьфу, ты говорю, ладошку, исцеление. Вот сюда оно пойдет у нас. Круто. Поздравляю. Плюс изворотливость. Ну, будет воодушевление рунами. Я надеюсь. Я надеюсь. Посмотрите, что творится здесь. Гаргул. Опять Атлантикорном упал. Так, я надеюсь. Но у нас осталось 20к. И что-то у меня смущают релейки. Вообще печально. Три штучки за 20к. Ну что, сможем? Сейчас проверим. Надо почаще в райды бегать. Так, надо, чтобы мы на ком-то слились. А то так неинтересно. Сейчас сольемся, и по-любому нам кто-то выпадет. Так, на этом мы не сольемся. На этом тоже не сольемся. Вот на этом должны слиться. Отлично. Ты чувство, когда рад, что ты слился. Ну, поехали. Тактика слива. Действует, не действует, нет, не действует. Еще один. Ну, мы рыцаря уже достали. Фрэнки. Это, конечно, все круто. Ниндзя. Так, еще два студеных осталось, по-моему, если я не ошибаюсь. Один. И паладин падает. О, Асура. Асура. Надо он нам, не надо, я уже, честно говоря, не помню. По-моему, нужен. Так, рогатка есть. Мохнатку бы нам, Иронина. Асурик есть, отлично. Ну и Фрейя, стрелок. Может, стрелка с карты вытащим, если повезет. Так, Ара, Дед Мороз. Все, отлично, воодушевление мы собрали. Повелитель бури. Еще одна ведьма. Блин. Ну, хотя, в принципе, во многих случаях мы сегодня ведьму вытащили. Там, где она нужна была, вот, из донатный ак. Князь тыква, рыцарь, эктоплазм и наемный убийца. Так, хорошо. Смотрим, что мы собрали. Собрали медузу. Медузу не хватило нам. А так для бездоната вообще просто четко. Четкий роллинг. Накопленные самоцветы, красавчики. Так. Надо будет себе завести аккаунт. Копить. Так, что у нас есть? Что у нас есть, что у нас есть. А у нас есть все офигенно. Так. Поехали, герои. Рогатка. Асура. Так, с этим мы разобрались. Коробочка, давайте коробочку. Так, это я не на ту нажал. Это была не коробка, ребят. Так, давайте, хорошо, пока у нас не коробка. Но было предоподобно. А где наше исцеление? Еще и священный огонь есть, отлично. Вот это то, что нам надо. Тыковка. Тыковка, отлично, поехали. Бум. Ну это вообще просто выше всех похвал и ожиданий. Так, сюда он священный огонь, надеюсь, тулит грубую. Ну, как вариант, вот сюда потом запихнуть. Уже сам решит. Пусть валяется на смене. Так, поехали посмотрим на героев, которых мы там еще получили. Так, рогатка ожива первая, рогатка гнев. Ну, такое себе. В общем, вот так вот. В принципе, очень-очень даже получилось у нас неплохо.
я считаю. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.